І про масовий виїзд росіян зараз поговоримо з Зуртаном Халтаровим, опозиціонером із Бурятії. Він з нами на прямому зв'язку. Я змушена перейти на російську. Добрий день. Добрий день. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Вы сами, как мне известно, сейчас проживаете в Европе. Если не так, то поправьте. Но, да, я сейчас нахожусь в Варшаве. В Варшаве. А много ли еще ваших соотечественников сейчас там? И увеличивается ли вот после объявления мобилизации Путиным их количество? Дело в том, что Польша и страны Прибалтики, по-моему, уже месяц как не выдают никаких виз россиянам, поэтому здесь остались только те, которые имеют вид на жительство давным-давно, либо получили визы, например, гуманитарного типа заранее. Я так понимаю, вы принимали участие. Я так понимаю, вы принимали участие в форуме свободных народов пост России. Да, и в первом, и во втором. Первый, который был в Варшаве, и второй, который был в Украине. А вот на выходных прошел в Гданьске. Там был принят манифест. Вообще, как вы оцениваете вот принятый вот манифест на третьем форуме? Насколько эффективны такие методы для деколонизации России? Я подписал первый самый манифест о деколонизации России, который был в Праге подписан. И со мной вместе подписали Ахмед Закаев, Нафис Кашапов, Вадим Штепа, Ирина Курочкина и еще несколько активистов, которые подписались онлайн. Я думаю, что гораздо эффективнее, чем может показаться. Чем? Ну, тем, что хотя бы мы впервые это подписали, представители разных народов, которые так или иначе были колонизированы или покорены в свое время русскими, или те народы, которые являются фактически независимыми, как, например, независимая Ичкерия, которая не подписала в свое время никаких договоров с Российской Федерацией. То есть это площадка для общения между нами. То есть мы общаемся между собой, друг у друга узнаем какие-то вещи, которые можно узнать только на таких форумах. А не считаете ли вы, что вот эта мобилизация, объявленная Путиным, вот как раз она стала таким действенным толчком для, ну, хотя бы появления протестов, в частности, как в Дагестане, против режима? И может ли это стать, приобрести массовый характер? В каких еще республиках это может быть? Она может приобрести массовый характер только когда холодильник перевесит телевизор. В национальных республиках разные, ну, Кавказ это отдельная совершенно история, другой темперамент. Важно посмотреть, например, меня очень порадовала акция протеста, который митинг фактически, который был проведен в Якутии, в Якутске. Там собрались женщины, боевые достаточно, причем, кто не знает, из ваших зрителей я могу сказать, что практически каждая вторая якутка, она наравне с мужчинами занимается охотой, так что тут процесс, как говорится, митинга, от митинга до вооруженного восстания женщин буквально может быть один шаг. Касаемо бурят, не могу сказать, что в бурятской нации сильные протесты, вот прям такие, чтобы ходить на площадь, митинговать, там, а уж тем более там захватывать здание ФСБ или сжечь военкоматы. Может быть, потом, позже, когда-нибудь это будет, но сейчас в основном люди голосуют, как говорится, тем, что выезжают за границу. Я об этом, кстати, на форуме говорил, что бурят, как в азиат, в общем-то, такие пассивные, скажем, формы сопротивления, объявления итальянки, например, да, ну и миграция в США, в страны ЕС. Вот для меня это очень странно, наверное, украинки, боевые женщины, вот этот хороший термин, кстати, по своей Якутии, природе... Якутии, народ Саха. Якутии, да. Но вот да. У украинцев это как-то, как само собой, для нас сложно понять, почему терпят и почему бегут, а не отстаивают свои права. Чего не хватает? Ведь ну, народа больше, чем одного человека. Вот для нас это загадка. Ну, во-первых, идеологии не хватает, это 100%. То есть при этом русский мир, он систематически на протяжении длительного времени на малых народах Сибири тренировался.
обкатывал различного рода модели там по, например, насильному, значит, религиозному обращению к православию, обкатывали все методы, например, коллективизации, там, уничтожения национальных элит и так далее. То есть к 50-м годам, к 60-м годам моя нация бурятская, она выскользнет элитой, или, там, например, интеллигенция, уничтожили практически всех. И мы упустили тот период вот, 19-20 века, когда разные, даже самые маленькие нации, народы проходили через период романтического национализма, когда какие-то трубы создавались, как, например, в Украине, или, как, например, в Татарстане, или в Чувашии, то у нас не сформирован вот этот образ человека, представителя нации. То есть мы просто люди, те, которые сейчас на Украину едут воевать, в Украину, которые мобилизуются, но это большей частью те буряты, которые получили различного рода бенефиты вот советской власти. То есть и сейчас, вот, если можно посмотреть на всю вот, пост-Россию, на Российскую Федерацию, то это своего рода такое разваливание, деградация вот этого гомосоветика советского человека. И оно сейчас происходит как раз вот это перерождение его в Украине. Я так понимаю, и что мы видим, вот это русская оппозиция точно так же перерождается, например, с этим своим хорошим русским человеком. Я так понимаю, что вот эта мобилизация, которая в основном нацелена на ваши народы, это воспринимается как геноцид, искоренение народа, и в то же время вы говорите о обескровливании нации. Безусловно. Потому что происходит геноцид, он же не сейчас происходит. Он происходил перманентно, начиная с момента завоевания, 50 лет тому назад. И, безусловно, вместо того, чтобы бороться, оказывать какое-то вооруженное сопротивление, буряты, ну, безропотно идут. Но давайте признаемся, что есть такие люди, которые хотят воевать, для которых это, скажем, стиль жизни, среди буряк есть такие. Достаточно большом количестве, потому что на территории этнической Бурятии, это Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия, там в свое время находились самые крупные группировки советских войск. И поэтому неудивительно, что количество бурят выросло по сравнению там, допустим, с 70-ми и 80-ми годами, ну, потому что банально просто некому терпение затыкать. И свою вот эту, так скажем, свое элитарное преимущество, которое раньше там занимали русские в основном в офицерских должностях или в младшем командном составе, ну, они так отдают бурятам, потому что просто некого нанимать. Вот еще короткий вопрос. А готова ли вся нация терпеть позор за преступления вот этих бурятов, которые вы говорите, военные преступления? Я за то, чтобы бурятский народ понимал всю коллективную, принимал на себя всю коллективную ответственность за зверства, которое творит русский солдат бурятского происхождения, это было тоже говорить о том, что когда вы смотрите на какого-то азиата в русской форме, с русским оружием, с русскими командирами, то нужно его не воспринимать как это желание целой нации там бурятской пойти на Украину, уничтожать украинцев, творить какие-то зверства. Нет, это просто вы смотрите на представителя национального меньшинства, который в свое время был большинством на территории, но поддался искушению вот этому русского империализма и в итоге сдеградировал вот до такого состояния, до которого хотят свести всю Украину. Вот этот Путин, вот этот весь русский мир и так далее. Все эти хорошие русские. Да. Спасибо вам за разговор. Це був Зуртан Халтаров, опозиціонер з Бурятії.